Привет, друзья! С вами Дмитрий Карапенко. Наша следующая идиома для рассмотрения – Head Nail on the Head. Красивая идиома. Догадаться можно о том, что она означает? Я думаю, можно. Hit the nail on the head. Переводим дословно. Ударить гвоздь как бы точно по шляпке. Да? Это значит что? Скорее всего, это означает сделать что-то точно. И действительно, переходим к более литературному переводу этой идиомки. To hit the nail on the head means, то есть означает, попасть в цель, в смысле не обязательно из лука, да, а словом или делом. Угадать, определить что-либо точно. Как говорят, ну прям в яблочко ты попал, да? Hit the nail on the head. Теперь давайте на английском обсудим. So, to hit the nail on the head means to say exactly something. To go exactly to the bottom of the issue. To guess something correctly. Окей. Okay. To speak like to the point. То есть сказать по сути, угадать суть. Не взглянуть в корень, да, ну вот смотреть в корень, зреть. To hit the nail on the head. Now let's cite a couple of examples. Alright, number one. So the dialogue between two employees, for example. One of them says, so our boss is just covering his back. The other one says, yep, you've hit the nail on the head. Один говорит сотрудник. Так что наш босс, значит, только прикрывает свое одно место, да, своими действиями. А тот, точно, ты попал прямо вот в яблочко. Да, истину глаголишь. Number two. He just hit the nail on the head when he described the problems which were facing the company. Он прямо в яблочко попал, когда описал проблемы, с которыми столкнулась компания. Okay, example number three. Why is this tablet not working? Because it's just a cheap Chinese gadget. Oh, yep, you've hit the nail on the head. Почему не работает этот планшет? Почему, почему? Потому что это там дешевенький китайский гаджет. О, ну прям точно, ты прям в яблочко попал. Okay, friend, so to hit the nail on the head. Nice idiom. Be sure to use it. Really, be sure to start using the idioms. Я в каждом видео об идиомах говорю, используйте на здоровье, да? Действительно используйте. Они украшают вашу речь и помогут вам везде. От ежедневного общения до каких-то тестов, экзаменов. Это всегда ценится. Идиомы являются показателем вашего классного владения английским языком. Итак, до встречи, друзья, в следующих видео и красивого вам английского.